Вот видео снимаем, где пилили Михайлов Андрей с инспектором ДПС Ивановым. Вот навален сосняк, а это у них было по документам, как они говорят, деляна дровяная. Но тут дровяного леса мы не видим. Вот они еще не убрали эту сосну. Вот идем, смотрим. Вот грива выпилена, чисто сосны. Вот как они под дровяной лес. Вот пенечки маленькие. Хотя Михайлов объяснение сотрудника ОБФ говорил, что там 180-летний лес. Вот они, где он свой 180-летний лес. Вот пеньки. Вот мелкие. Вот он пилили. Вот завалены. Вот пеньки. Вот они что тут натворили. Когда мы шум подняли, они выехали временно отсюда. Вот. Уехали в другую деляну. Но тоже незаконно пилили весной. Вот. Все. Навалено. И мы там. А вон они приехали. Кто там? Иванов? Да он длинный Иванов пошел. Ну, вот все. Иванов. Вон они грузят все что-то. Вот. Сейчас кто-то вон приехали, видно. Стоят. Лес. Валят как хотят. Обращались к прокурору, чтобы он в эту делянку, когда мы узнали, что будет вырубка, отправил сотрудников ОБФ, все. Никто никуда не выехал. Прошло больше месяца. Сотрудник ОБФ написал отказной материал. Вот так. У нас пилят незаконно лес. И всем все наплевать. Прокурор полгода у нас уже работает. Мер никаких не принимает. Вот техника их стоит. Мы находимся в деляне. Да, в вырубке находимся. Вот, это Иванова? Нива. Кола нашей стоит. Вот.